Вот, как вы видите, у нас здесь есть домофон, который показывает улицу. Вплоть до голосов все записывает. Поэтому очень безопасный дом, тоже с одной стороны. Вот. Система у нас такая, орошение тоже есть. Вечером включается, и во дворе прохладно очень. Все в этом доме с умом сделано. Отлично. Я пью. Дом на Никитина, вот начиная с беседки, вот этот огород. Ну, кладовка вы закрыли. А, Микита, да? Вот это все. И вот здесь, а, котельная. Ну, шли, да, бывали? Конечно. Это соусом или аралашма? Соусом или аралашма? Соусом, я Так, теперь в дом заходим. Как заходим, вот здесь вот у нас кухня. На кухне у нас газ-плита. Раковина, микроволновка, посудомойка, посудомойка, вот, посудомойка, современная, кимам, вытяжка, вытяжка, бренечный режим, бренечный режим. Так, как мы видим, дом построен в стиле хай-тек, в принципе, хай-тек, так, вот холодильник новый, стиралка. Тоже новый, это склад для вещей, да, для белья. Это... Вот она хабар, сушилка домашняя. Крыш, бетон была, да, Торум? Да. Вход будет вот отсюда. Так, главный вход из ворот. У нас очень много курсов было, Мики? Очень-очень. Так. Буду сам, я буду сам. Вот, здесь у нас соседи немножко свадьбу делают. Но улица хорошая, элитная махалля. Все элитные люди живут, хорошие соседи, никто ни с кем не ругается. Потолки высокие. Вот здесь вот зеркало поставлено. Все, в общем, таком. Это дизайнерский стиль, да, халинья, да, кимдер? Уйлап, чхарап, чизап, по-моему, крышка. Шунахам? Я не шпасам. Вот здесь вот у нас и пылесос есть, вешалка. Лестница очень удобная, вот я сейчас по ней поднимаюсь спокойно. Вот ни высокая, ни низкая. Все в таком классическом. В хорошем стиле сделано. Ремонт, я прям чувствую, что хорошее сделано, с хорошими руками, с хорошими мыслями. Так, вот у нас первый этот санузел, раковина, туалет. Туалет. А, вот, оказывается, зеркало даже у нас с подсветкой. Такое зеркало не везде есть. Отлично. Отличный дом. Для небольшой семьи из, наверное, 4 человек, да? Это свадьба. Для семьи из 4 человек нормально, да, будет? Для 4 много. Много? Два. Муж, жена? Или один ребенок можно тоже? Можно одного тоже. Да. Муж, жена и один ребенок, это вполне нормально. Да, один ребенок, это посмотрим. Отличный вариант такого. Кондиционеры. Кондиционеры, да. В каждой комнате кондиционеры. Вот здесь у нас телевизор смарт, да, по-моему? Смарт телевизор. Да, да. Вот здесь у нас небольшая статуэтка сделана в виде коня. Это, наверное, как символ удачи хозяина дома. Шунахан? Наверное, Бульман. Серебряный конь. Зор, зор, зор. Я пью, я пью. Мастера здесь, видимо, постарались очень хорошо. Так. Так, это еще одна комната, да? Тоже здесь смарт. Ага. Здесь вот небольшая гостиная, зал, можно сказать. Здесь отодвигается под кровать. Типа как комната для отдыха. Здесь Wi-Fi, интернет. Wi-Fi, интернет, все это тоже смарт-телевизор. Смарт-телевизор. Можно включить, закрыть комнату и сидеть, смотреть телевизор. Кондиционер. Кондиционер тоже в этой комнате вот есть. То есть каждой комнате, в каждой комнате кондиционер. Уютно, хорошо. Так, теперь у нас мансардный этаж, кто холится? Да, да. Бисмилля рахмин. Так, мансардный этаж. Так, мы поднимаемся на мансардный этаж, и вот здесь у нас есть небольшое кресло, да? Где можно ли прилечь, отдохнуть. Вот тут в качестве интерьера поставлены сабли. Такие искусственные, сделанные. Вешалка. Полы здесь как? Теплый пол или как? Теплый пол. Везде, да? Майки, зимой майки. На каждом этаже теплый пол. На все, 3 этажа. Все. Отлично. Вот здесь у нас люстра такая интересная поставлена. А ведь очень кто был, да? Удан обзор был, да? Я у тебя. Так. Свильная работа. Вот еще одна у нас мансардная спальня. Тоже двухспалка. Здесь у нас есть душевая, санузел, туалет, душевая. Пожалуйста, напор воды. Напор воды отличный, проблем с водой никогда нету.
горячее и холодное. Зеркало, сушилка. О, отличный набор. Отличный. Вот здесь у нас небольшой шкаф для вещей. Да. Можно складывать сюда вещи, прочее белье и так далее. Вот здесь небольшой столик сделан журнальный. Бра. Ну, материал, могу сказать, типа мрамора, гранит высокий, да? Да. Везде, как вы видите, картины. Так. И вот здесь, вот в этой комнате тоже у нас есть кондиционер, вот, да, что немаловажно. Мы уже насчитали сколько? 4 кондиционера, да? На кухне? А, даже 5. На кухне тоже был. На кухне тоже есть. Отлично. 5 кондиционеров. Отличный дом. А, вот здесь на мансарде тоже есть кондиционер. Так, стоимость... Вот. Это вполне достаточно, да? Это Медео кондиционер. Ну вот уже прям достает до руки, я вот чувствую. Вроде, не, вроде расстояние 1,5-2 метра, но уже достает. Мощность хорошая, потока. Так. Стартовая цена сколько, мы говорили, в месяц? 2000 стартовая цена, да? В зависимости от долгосрочности, там уже будем разговаривать.